Доброго всего времени суток, с вами Тексер. Продолжаем мех-механик симулятор. Ну и надеюсь, что сегодня до чего-нибудь такого достучимся. До чего-нибудь нового. Так. А вот у меня вот эта хитрая рожа. Она как-то ноль пока. Вообще у тебя серая, не синяя. Ну ладно, неважно. Давайте эту заразу возьмем. И сиренити. Кстати, кто такой Центурион? А, это тот, как раз с пушками. И давайте примем заказ. Надо поднимать. Вот мне вот этот не нравится. Писанина, странно. Тут нормально, а тут кракозябра. Не знаю, почему это фишка или что это такое. Ладно, поехали. Возможно, в этом какой-то подвох. Ну, робот грязный. К нему обращались плохо. Пойдем, разберемся. А просто... Я в прошлый раз станцию какую-то покупал вроде, да? То есть у меня где-то на серию по станции выходит. Ну, погнали. У этого, кажется, ложная конструкция крепления лап, я помню. Ну, пойдет, ладно. Дымится. О, как даже сзади не заходил. Так, сканирование. Все. Сканирование оказалось легким. Чего-то много в нем. У него все конечности, по-моему, приехали. Он. Так. Да, у него тут все через пень-колоду. А, нет. Смотрите, проводки отодрались. А, у него поток проблемы. Все. Вспомнили. У него проблема на стапеле. У него довольно сложный конструкция гидравлики. Просто проводки подсобачил все и снимаю. А вот сама конструкция конечности у него экзотическая. Если я не путаю, я могу путать. Роботов было уже много. Так, если что, я могу чинить провода. Да, почти все могу чинить, правда? Правда. Так, что у тебя не работает? У тебя верхние когти вот эти не работают, да? Ну, что, довольно легко. А, я ему чинил только руку. Я ногу не чинил. Это у нас сломано. А я починить могу? Сломано, мне кажется, это все на выброс. А нет, смотрите, нормально. Могу. А, топливо есть. Сколько там? 4. Ух ты ж, елки. Готово. Могу. Могу. Все быстро. А, закрыть. Так, переключаем. Какой магазин? Ставь нафиг. Чиненные. Новые БУ. Собран, по-моему, да? Да. Так, руку. О, вот тут, мне кажется, здорово будет. А может нет. Да, блин. А что надо снять, чтобы ее снять? Вот это, наверное, да. Вот у него руки странно очень сделаны. Ну, не то чтобы странно, они, по крайней мере, сложно разбираются. Шланг. Теперь могу. Оказалось бы, чем этот шланг мешал, да? А... Сломано. Сварим. А это там какой-то мотор. Ну чего у тебя не так? А, с той стороны надо, да? Мотор, я так понимаю, я не починю.
Ну-ка. 50%. А чего 50%? Ну, мотор я пока ничего не умею, мне кажется. Так, ну пойдем, сломан, это сварка. Да. Так, у него 3. Починено. Вот так вот. Так, ну я не знаю, давайте я попробую. Тут вроде провода чинят. Чинит ли здесь мотор, я не знаю, не чинит мотор. Все, мотор покупать. Ладно, покупим. Найти в магазине. Когда-то надо что-то покупать. Не все же чинить. Так, на коленке. Когда надо покупать. Так, тут тебя. И, в общем, прикрывает другая деталь. Вот это вот. Кстати, совсем не в том порядке, по-моему, собираю. По-моему, сначала собрал внутренности, а потом шланги. Все? Вроде все. Пойдем ставить на машину. И надо еще пару деталей, которые на нем остались. Которые желтенькие, которые, в принципе, можно заменить. Но которые дополнительные. Но я сделаю, мне в принципе не жалко. Мне что одно делать, что другое, какая разница. Погнали. Готово. Пошли руки-ноги откручивать дальше. Кстати, вот этого робота я, по-моему, мало чинил. Я у него даже центральный блок и мозги даже не делал. Ну и сейчас опять конечности все приехали. В принципе, так уже все понятно с игрой, что тут как. А, ну, хочется свой гараж роботов. Хоть мне и говорили, что там не так интересно, как в кар-механике. Ну, елки, ну хочется. И еще очень мешает, что только один стапель. То есть нельзя поставить рядом второй стапель и на нем собирать своего робота, а на этом чинить, ну, деньги просто зарабатывать. Блин, кругляшок, из него заглушку. Ладно, это я просто бручу. Модули. А чем меняются модули? Хороший вопрос, да? Модули покупаются, я так понимаю. Ну да. А, свалился, а прыгать персонаж не умеет. Ладно. В магазине такой. Готово. Тут чего? А, это же гидроцилиндр, то я его замучусь вот выколупывать, да? Или не замучусь, или не выколупывать. Нет, так все нормально, провода, все дела. Слушайте, а я, по-моему, в прошлый раз эту деталь снимал сбоку откуда-то. Так, это... Мощность, еще мощность, но он чинится. Пойдем чинить. А, сломан, это, наверное, сварка. Обламинго. А что, ну не ржавая. Посмотрим, ну по-моему не ржавая. Нет, не ржавая. В провода. И не в провода. А, что это такое, хрен его знает. Но видимо покупать. Так, что у меня там? Это у меня Painting Station, да, это станция покраски. Это пока ничего. Дело странное. Возможно, какая-то станция будет. Тут что у меня? А что это? А, это все детали, которые я снимал, только они вот тут почему-то лежат.
не у меня в кармане, а здесь. Странное дело, ладно. Ну, это такой аналог склада, как понимаю. Ладно, магазин. Ну, как скажете, магазин так магазин. Я как-то даже и не против. Все? А, вот. Все. Пошли сдавать. Блин, спотыкаюсь во всякую фигню. Когда с ним закопался, наверное, с этим роботом, да? В прошлый раз побыстрее шло. Ну, у него все четыре конечности, то есть ремонта много. Но надо с этой корпорацией наводить отношения. Я не знаю, правда, надо ли. Потому что, с другой стороны, а почему нет? Так, планшетка. Закончить заказ. Получено достижение темная сторона. А почему темная? Они какие-то преступники? Даже не знаю. Добро бы что-то объяснили, да? Так, мы разблокировали. Станция калибровки, заказ ограничения по времени влево пускай идут. Заказ с динамическими задачами. Динамическими. Окей. Динамическими. Что это значит? Ну, на время, я сразу говорю, я на время брать не буду. Так, а мне покажут на время? Ой, какая. А я, по-моему, такой чинил. Или нет? Ну, смотрите, на время вроде пока нету. И ладно. Так, магазин станции. Станция калибровки. Чего калибруете-то? Калибровать отремонтированные мехи. Откалиброванные мехи заметно увеличивают награду за заказ. Хорошо. Станция программного обеспечения, стол заданий, вот посылать на миссию, станция создания деталей, ну ладно, дорастем, дорастем до всего. Так, а что сюда пошел? На станцию калибровки мехов посмотреть, наверное. А зачем мне это? Мне это не нужно. Так, ладно, кого починим? С глазками никого нет, есть Сакура, чтобы я помнил ее, а, логотип, дэшка. А Сакура кто? Вот это, надо к ней улучшить репутацию. Причем я по этой штучке соскучился. Я давно ее не чинил. Ну, вообще не написано, что это заказ на время. Я надеюсь, как-то они будут выделяться заказы на время, чтобы я в них не вляпался. Ну, и на нем мы станцию калибровки-то и испытаем. Правильно? Правильно. Пошли. Кстати, задания могут планшетки брать, если что. И денег у меня много. Аж целых 35 тысяч. То есть я зарабатываю больше, чем трачу на станции. Станция, ну, калибровка, наверное, вот там за роботом осталась. Так, сразу сканирование. Ну ладно. Не, игра не напряжная, вот мини-игра со сканированием, она вообще вот с амплитудой, она не напряжная. Вот мне очень не понравилась станция электроники. Вот там, да, там хренотень. А это норм. Так, рука. Понятное дело. Че, еще вот это надо снять? Ну да. Что еще? Защелку. Вот этот удар. Рука не как-то легко снимается, да? Но это, кстати, прикольно, что у них разные конструкции, причем они какую-то свою логику имеют. А? Смотрите, у него мозги в заднице. Я на горбятине не сказал, а у него в заднице. Странно, ну ладно. Пойдем.
слушайте, а зачем я из него мозги вынул? А, не зря вынул. Мне просто показалось, что я что-то это... Просто вытащил, что ближе было, а из него это не надо вытаскивать. Все нормально, надо. Так. Вот эта штука на канистру похожа. Так, где шасси? Шасси просто непонятно, чего она... Вот что с ней, 48. Ну, раз они ничего не помечены, значит, видимо... Даже нет отметки, не подлежит ремонту, вот что. Вот что. Ну, видимо, магазин найти. Что ты сейчас скажешь? Шасси. А чё шасси? Ай. Шасси и шасси. Есть нет значка, значит, что с ним могу сделать? Ничего не могу делать. Так, мозги вроде как готовы. Рука. Ага, вот тут гофра. Не подлежит ремонту. И вот это. Ой, тут много разбирать. Ага. Все вот это, все плечо разбирать. Так, давайте я сначала тогда поставлю ту на место, гофру. И, кстати, я не уверен, что я правильно делаю, что эту штуку откручу. Вернее, закручиваю, но ладно. Так. Надо снимать вот эту фигню. Ну, немного. Я думал, все надо будет разбирать. Так. А, я кабель не посмотрел. Ну, по-моему, кабельную станцию можно использовать. Так. Кстати, вот тут еще что-то будет стоять. Наверное, программное обеспечение. А, да, могу. Здравствуй, жопа, Новый год. И че? Сюда надо провести. Так. Ну я вроде сделал. Ну что-то потопливо каких-то конских денег стоит. 70 до 50. Ну, хотя вроде не конских. Но как-то, в общем, не очень. Вот эта мини-игра паршивая, честно сказать. Кабели я бы не играл. На самом деле можно не играть, можно просто найти в магазине. И может быть я так и буду делать, потому что вот... Она по идее игра-то нормальная, но там снимают топливо за время. А это бред. Топливо должны снимать за действие. Тогда будет нормально. Погодите, что? Мне что, провод не засчитали? Или они тут провод вообще нет? То есть и новый надо. Сраться. Поиграл в мини-игру, еще я ничего с этого хорошего не поимел. Пипец. Не, может, не, погодите, у меня провод один был. То есть им нужно 100% сюда поставить. Окей. Как скажете. Все равно чиненный провод я продам за больше денег, чем не чиненный. Три процента мало. Образевшие.
Ладно, 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 я вам все это припомню. Я наплажу своих роботов и как пошлю их вас завоевывать. Опять заглючило. Видишь, не нажимается. Но если подождать, то нажимается. Ладно. Я поменял. Да. Так, присоединено. Но требования у них что-то какие-то, блин, недобрые. Только новую деталь. Наглые. Батарейку он добился. Чего? И спереди он мне его показывает. Вы к месту работы подвезите. Так, правая нога, иди сюда. А вот нога у него... А, нет, ну, она интересно, кстати, открывается. Снимаешь крючок. И под ним вот эта крышка мотора. Вообще чума. Ну, ось, на которой нога шевелится. Не, классно сделано. Логично, логично, блин, сил нету. И вот она соси снялась. Не, молодцы. Не кар-механик, но молодцы. Так, ну тут, понятное дело, тряпочку надо снимать. А там какая-то тяга работает даже. Непонятно, но увидим. Тряпочку в любом случае снимать. Так, тяга тут. И я ее починить не могу. Я могу ее только снять. И купить новую. Да? А, вот там наверху у нее. Да погодь ты. Не-не-не. Вот она втулка. Ах ты, что там крышку надо снимать. Вот ты, зараза. Но я бы дотянулся. Ты когда машину чинишь, там какие-то места там можно дались хитро изогнувшись, так и тут. Я же дотянулся бы. Так, это просто сломано. То есть магазин. Гидравлику я не чиню. И, наверное, не буду чинить. Потому что, а какой станок чинит гидравлику? По-моему, никакой. Чиненный провод. Ладно, поставлю хороший. Так. Чуть подождать и включить. Вот так это работает. Ждем. Включаем. А что, так глючит только когда две их? Не, вроде на одну тоже глючит. Тряпочки. Собрано. Все, последняя нога. Вы ж, ты ж последняя нога. Да, все сделал. Там причем написано, что какую деталь заменить, а какую-то отремонтировать. Видимо, в этом вся фишка. Ну прикольно, тряпочки желтые на нем. Ничего, я, наверное, в этой серии еще одного робота успею зафигачить. Ну что, калибранем робота? Мне просто интересно. Да, я поставил станцию калибровки вот тут. Вот она. Ох, елки. Начать калибровку меха. Да. А что я должен сделать? Ожидаемое значение 5. Начать. Плюс вычесть. Что такое реальное значение 0?
Цикл конец. Цикл начать. Значение добавить 5. А вычесть 1. Цикл конец. Не работает. Да, это не так. Значение. Блин, а почему тут цикл 5? А я могу пустой цикл сделать. Вычесть 5 есть? Нет, есть только давай 5. Блин. А, значит, не минус 5. Все. Вычесть 2. Все, пошел. Тут минус 5, а не 5. Минус 5 я могу получить. Что это? Что надо сделать? Ох ты, здравствуй, жопа, мини-игра. Нормально. Чума. Ай, сорвался. Пипец. Охренеть. Хрен долетишь, калибровка не удалась. Заново. Как цвуш летает. Знаете, калибровка точно не будет моей любимой игрой. Потому что это очень долго. Не, вот с этим худо-бедно я справляюсь, а вот куда там прыгать дальше? Вот тут. Тут мне как-то непонятно. Чего тут постройка делает? Не знаю. Мне кажется, ничего хорошего. Никакого объяснения нет. То есть, а мне туда надо прыгать? Не надо, да? Наверное, не надо. Ну, я не... Он там, в принципе, не допрыгнет. Он там не допрыгнет вообще никогда. Кстати, вот мне интересно, а роботы, они все одинаково так прыгают? Или докажу свою калибровку. А еще на время. Мне надо вот в стену прыгнуть, нет? Ой, блин, непонятно ни хрена. Не, оно не работает. А в чем фишка-то?
Я могу попрыгать. До того кубика я не дотягиваюсь. А мне надо как-то пропрыгать, наверное, к этому кубику, правильно? Правильно. Но... Он здесь не долетает. Мне как-то управление бы что-ли объяснили. Для чего? Он не летит. Ну-ка сейчас. У него, в принципе, нет шансов. То есть вот отсюда, вот сюда он не может допрыгнуть. Это бред. Ну, если мне какую-нибудь показали кнопку еще, что можно сделать. Что надо еще раз угробить эту калибровку. Вот этот экран, он к чему-то, ну хоть как-то объяснили бы, не знаю. Хелп какой-то. Потому что здесь он не допрыгивает. Это не реактивный двигатель. Это просто прыжок. Нет, это безнадега. Я не знаю, как победить это дело. Я какой-то подвох чувствую в этом, но какой, я не знаю. Быть. Пень. Да не завершена, я пошла на страку. Нет, не начинать. Говно калибровка. Забирайте нафиг. Блин, вот это срач они сделали. Охренеть. Ну что ж, господа, мы посмотрели станцию калибровки. На этом все. Жмите, пишите. До новых встреч.